Грандиозный концерт, сотни зрителей, море впечатлений. К Петровскому фонтану жители и гости города начинают подтягиваться еще засветло. По традиции, день нефтяной и газовой промышленности, компания «Лукойл» открывает торжественные церемонии награждения. На сцене победители конкурса социальных и культурных проектов. Каждый из них – проводник полезных для общества идей, как, например, астраханец Игорь Дорохин. Его мечта – создать в городе масштабный центр живой истории, в котором люди разных возрастов будут учиться фехтованию, стрельбе из лука, а также знакомиться с истории Древней Руси. Благодаря гранту от нефтяников эта идея получит воплощение. Это очень интересный действительно проект. Это патриотическое воспитание молодежи. Это, человек, который узнает свою историю, он не может не любить свою страну. Конкурс социальных и культурных проектов компания «Лукойл» проводит с 2005 года. Ежегодно компания выделяет порядка 6 миллионов рублей на реализацию проектов. Эти средства в качестве грантов получают сотни астраханских энтузиастов, творческих, креативных, талантливых. Поддержку находили общественные объединения, образовательные досуговые учреждения, творческие коллективы и многие другие. В этом году конкурс приурочили к 25-летию компании «Лукойл». Этот конкурс помогает инициативным астраханцам сделать свой город лучше. Социальная политика – одно из важнейших направлений в компании «Лукойл». В этом году на участие в конкурсе культурных и социальных проектов было заявлено порядка 140 участников. 39 из них получили гранты на реализацию своих идей. Компания у нас социально направленная, поэтому хочется помогать таким людям, которые вот именно своей энергией заряжают, так скажем, других. И мы им с удовольствием помогаем. Я очень благодарен компании «Лукойл» за то, что они так системно уже многие годы не отступают от ранее принятой вот этой линии. И работа будет продолжена. Более того, год от года этот фонд грантов становится все больше и больше. Ежегодно День нефтяников превращается в праздник для всех астраханцев. На главной сценической площадке выступают не только местные таланты, но и звезды российской и зарубежной музыки. В этом году главным подарком стал приезд известной группы из Румынии «Маранди». Вечер на астраханской сцене музыканту пришелся по душе, равно так же, как и зрителям. Алена Осипова, Григорий Галутов специально для программы «Регионы Лукойла».